Так, погнали. Идешь себе спокойно, поскальзываешься на стакане, остальное сделает гравитация. Я тебе шею сверну. Да, ты можешь свернуть себе шею, но я готов на такой риск. В городе, где, простительно, все. А $110 за что? За просмотр фильма в номере. Афрошлюхи. Афрошлюхи? Вы смотрели его 11 раз. Тут сказано, вы утром 10 минут смотрели Гринча, а потом снова переключили на афрошлюх. И абсолютно все возможно. Милая, тебя дети зовут Мисс. Можно повторить, пожалуйста? Ой, простите. Я думал, вы женщина. Я женщина. 6 незнакомцев могут получить $2 миллиона. Такое бывает раз в жизни. Кто первый, тот и забирает. Типа гонки? Он сказал гонка. По суше. Такси! Это плохо. Плохо. Та-да! Живой и здоровый. По воздуху. Заскочим быстро к моему парню. Что, не вовремя заскочила? Во что бы то ни стало, добраться первым. Белочку, как выехать на трассу? Ой, они заблудились. Дома их держать одно удовольствие. Кто поедет домой к тетечкам, а? Вы знаете, как выехать на трассу или нет? Этим летом. Нужна остановка. Сзади есть туалет. Защелка сломана. А вдруг кто зайдет? У вас нет ничего такого, чего не видели все остальные люди. Может, поспорим? Вас ждет гонка. Надо было... Тормози! Купить... Не могу! Белку! За большие деньги! Брысь, брысь! Крысиные бега! Спасите, Бога ради, помогите!